Специально для «Новострой М» тайный покупатель провел расследование в жилом комплексе «Домашний». Новостройка возводится на юго-востоке Москвы, в районе Марьино, в 10 минутах езды от одноименной станции метро. Девелопер – группа «ПСН». Тип проекта – «Монолит». Жилой комплекс будет состоять из разноэтажных домов и высотных башен, школы, двух детских садов и других объектов инфраструктуры. Покупателям предлагаются студии – 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры площадью от 26 до 109 квадратных метров. Подробности расследования читайте на сайте «Новострой М». Микрорайон «Домашний» будет реализован в 3 этапа. Первую очередь проекта сдадут во втором квартале 2018 года. Сдача второй очереди намечена на третий квартал 2019. Весь проект планируется завершить через 3 года. Над внешним обликом комплекса работало голландское архитектурное бюро. Особенность домов – сильные перепады высоты от 6 до 32 этажей обеспечат инсоляцию квартир и территории двора. Инфраструктура жилого квартала «Домашний» будет включать в себя два детских сада на 190 мест каждый, школу на 875 учеников, подземные и наземные парковки. На первых этажах новостройки разместятся супермаркеты, медицинские центры, салоны красоты, кафе и другие объекты. Жилой квартал будет состоять из 8 блоков домов. Каждый блок – это огороженный внутренний двор с садом. Здесь обустроят детские и спортивные площадки, велосипедные и пешеходные дорожки. На территории комплекса появится прогулочная аллея, по которой можно будет дойти до набережной Москва-реки и парка 850-летия Москвы. Район Марьино обладает сложившейся инфраструктурой, которая находится недалеко от микрорайона. Однако серьезная проблема локации – сильные пробки. Добираться на автомобиле до Москвы или в область по узким улицам проблематично. Пешеходы могут доехать на транспорте до нескольких станций метро Люблинской ветки. Надежность девелопера тайный покупатель оценил 8 баллов из 10. Схема покупки получает 9 баллов. Минус – за негибкие условия рассрочки. Те же 9 баллов – за привлекательные цены и удобные планировки. Развитая инфраструктура района получает 8 баллов. Транспортная доступность оценена тайным покупателем в 5 баллов. Метро находится не в шаговой доступности. Автомобилистам придется постоять в пробках. Оценки по другим параметрам, а также все подробности проверки жилого комплекса «Домашний» читайте на сайте «Новострой М».